день, дорогие земляки и участники нашего праздника. Добрый день, уважаемые гости и жители Куангинского сельского поселения. Отмечает день рождения сегодня наш Кайбицкий край. Душа моя полна волнения, за наш земли частицы рай. Кайбицкий район носит славное имя. Здесь мы любим, страдаем, живем. Здесь сливается юность с веками седыми. Процветай наш район, хорошей день за днем. Мой Кайбицкий район, ты богат своей историей. Сколько событий прошло с той поры твоего рождения. У тебя имя Кайбицкий. Дата твоего рождения 19 апреля 1991 года. Место рождения Россия, Республика Татарстан. И сегодня слово для поздравления предоставляем почетному гостю, руководителю исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района Макарову Алексею Николаевичу. Группа «Алоу Дэнс» будет
очень много говорить про район, про его знаменитых людей. Но самое главное, вот перед нами сидят наши дети, это наше будущее. Вот к ним хочется обратиться, дорогие наши дети. В ваших руках будущего нашего района. Поэтому мы хотим, чтобы вы старательно учились, чтобы вы выросли грамотными, умными, хорошими людьми, вы стали отличными специалистами любого направления, какое есть в этой жизни, чтобы, главное, вы приносили пользу своему отечеству, нашему району, и надеюсь, что из вас выйдут хорошие люди и специалисты. И я думаю, что вы будете помогать своей малой родине. Всех вас еще раз поздравляю с праздником. Желаю крепкого здоровья каждой семье, чтобы никакие болезни, все они, невзгоды и болезни обходили всех вас стороной, чтобы район наш процветал, чтобы все было хорошо. И каждой семье желаю благополучия, достатка, но самое главное, мира на нашей земле, чтобы вот сегодня, которое у нас Россия осуществляет специальную операцию, чтобы мы победили, и чтобы все потом было все хорошо. Давайте всем нам пожелаем всего самого хорошего, чтобы все было у нас хорошо, успехов, удачи во всем. И всех еще раз поздравляю с Днем района. С праздником! Большое спасибо, Алексей Николаевич. Одним из первых встречает рассвет человек, который за все отвечает, у которого за все болит душа. Это наш глава Кулангинского сельского поселения Никмадзянов Федаит Салгач. Предоставляем ему слово для поздравления. Уважаемые жители Кулангинского сельского поселения и наши гости! Сегодня отмечаем мы такой большой праздник. Это день нашего Кайбицкого муниципального района, день рождения. Вот недавно только, когда мы еще прекрасно помним, и наши пожилые люди, и учителя наши, когда вновь вернулся наш Кайбицкий район, это 91 год, ранней весной, 19 апреля. Вот вроде недавно только было, а прошло уже 31 год. Но за этот год, за 31 год, действительно, как Алексей Николаевич сказал, многие работы уже сделаны, но самое главное, еще предстоит много работы. Как мы себе помним, Кулангин сельское поселение, сколько работы еще делается, сколько еще планируется. Наш Кулангинское сельское поселение – это самое молодое поселение. Это в 99-м году только образовался. Из состава Федоровского сельского поселения отделился как отдельное сельское поселение. И то за эти годы мы стараемся много работы делать. Первым делом, самое главное, у нас была большая проблема, большая заботливость – это было дороги. Вот. Не дадут соврать, беляевские наши бабушки, мы всегда сказали, ходили такой весной по колени грязи, по всем улицам, невозможно было не только там на транспорт заехать, даже пешком ходить. Правильно ли, бабушки? Дай Бог, это мы потихоньку уже строим и дороги, благоустройство. 100% уже везде газофиксировано, и водопровод, и дороги, дай Бог, доделаем. Но впереди еще у нас задачи много, об этом сегодня еще говорить не будем. Самое главное, всем мирное небо, счастье, здоровья всем,
что у нас идет вот эти ковидные болезни, дай Бог они мимо нас подальше, чтобы прошли. Самое главное, берегите себя, берегите родных и близких. Всем счастья, благополучия, с праздником всех! Сколько разных и трудовых подвигов совершено земляками в эти годы, сколько прекрасных и интересных событий, сколько замечательных имен наш гвоздь на ярком звездном небосклоне нашего района. И сейчас в честь наших земляков прочитает свое стихотворение «Ромашка» Кришева Любовь Николаевна. Встречайте. Луч поляну осветил и ромашки разбудил. Потянулись, улыбнулись, меж собой переглянулись. Ветерок их обласкал, лепестки расколыхал, и заря умыла чистой свежей росой душистой. Так качаются они, наслаждаются они. Вдруг ромашки встрепенулись, их подружки повернулись. Это девочка была, нет, как все цветы бела. Все ромашки, как ромашки, носят белые рубашки, все, как снег. Она одна, словно кровь красна была. Вся поляна к ней стеснилась. Почему ты изменилась? Где взяла ты этот цвет? А подружка ей в ответ: вот такое было дело, ночью битва здесь кипела, и плечо в плечо со мной тут лежал боец-герой. Он с врагами стал сражаться, он один, а их 15. Но он бил, не отступил, а на утро ранен был. Он ушел, его здесь нет, мне одной встречать рассвет. И теперь о нем тоскуя, как чулпан-звезда, говорю я. Спасибо. 31 год – это не возраст, это пора расцвета, роста и развития. Что в юбилей району пожелать? День ото дня расти и процветать, к вершинам почета, как птицы, взлетать. Жить, молодеть и горе не знать. Почему-то мне снится деревня, видно, очень соскучилась я. Снятся наши родные простые деревья, клены, яблони и тополя. Часто вижу осенних ромашков, и клубнику я рву на лугу, и ван-чай на крутом берегу. А сейчас стихотворение «Наша планета» прочитает вам Бахидова Марья, ученица 5 класса. Наша планета Земля, любовь поносю. Красивая наша планета Земля, моря, океаны, леса и поля, ветра и туманы, дожди и снега. Землянину, каждому ты дорога. Уютная наша планета Земля. Здесь все для комфорта, здесь все для жилья. Планету украсили люди труда, построив дороги, сады, города. О, как беззащитна планета Земля пред теми, кто власть в нашем мире деля. Взорвать и разрушить планету готов наш общий, любимый, единственный кров. Из космоса может свалиться беда, и жизнь на планете прервется тогда. Давайте добро созидать и творить, и Землю, как мать, и беречь, и любить. Земля — наш ковчег, наша родина, дом, в котором
мы с вами все вместе живем. Давайте добро созидать и творить, и землю, как мать, и беречь, и любить. Чудесный праздник, я от души вас поздравляю. Улыбки добрые, друзей, пусть вас сегодня окружают. И для вас танец русские народные посиделки исполняют ученики 3 класса. Родными и детством. Спасибо.
на международных и российских конкурсах со своими стихотворениями. И вот буквально недавно ей пришло 2 диплома с 18-го международного конкурса талантов к вершине творчества. Она стала лауреатом первой степени со стихотворением Мусы Джалиля «Варварство». И мы ей вручаем этот диплом. Также она участвовала в международном конкурсе «Звездопад» и стала со стихотворением «Баллада о матери» победителем этого конкурса в своей номинации. Спасибо вам огромное за ваше творчество и за ваш талант. Спасибо. Радость слышится в пении каждом, и богаче становятся дни. Эх, забросить дела бы однажды и уплыть с облаками весны. Для вас исполняют номер ученики 5 класса «В ополе березка стояла». Ученики 4 класса. Извините, ученики 4 класса. Встречаем. Что же, да не тревожь ты меня.
Да не вернешь и ничего не вернешь. Ох, Серега, ох, Серега. Да не вернешь и ничего не вернешь. Который день не настил. А я твержу, и да невелика скатаю я комки твои несчастья. И для тебя слеплю снегалика, скатаю я комки твои несчастья. И для тебя слеплю снеговика. Большой комок слеплю большие беды. Пусть снеговик отчаянно стоит, комок поменьше наши непобеды. А голову скатаю и забит, комок поменьше наши непобеды. А голову скатаю и забит. Но она получит свою песенку нежную, зазвучат в тишине листок. Прежде небеса, вовсе ты некрасивая, просто милая, милая, будет рядом счастливая, озорная весна. Горевать и плакать откровенно, то вниз, то поворот, перемена. Давайте не придавать значение злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, что ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу подлагая, тем более, что жизнь короткая. Если вдруг баян будет громче играть, скажете мне, да? Да. Твое тепло, мое тепло, вот и не холодно. Пусть льется свет из детских лет, путь будет молодой. Давайте сначала от поля и речки, с родного причала, от печки, от печки, где звезды спускают снега на крылечки. Давайте от моря, давайте от печки. Твое тепло, мое тепло, вновь потепление. Трещат дрова, любовь жива и вдохновение. Давайте сначала от поля и речки, с родного причала, от печки, от печки, где звезды спасали снега. По-особому небо там кажется синим, по-особому пахнут там вишни. Это место, где ты появился на свет, называют частенько провинцией. Только края прекраснее в мире нет, он всегда для нас будет един.